Давай-ка прогуляемся. Невеселый списочек. Мирно не павшим. Неделя флота как есть. Уже всего день на планете. Предпочитаю черноту космоса. Да, и я тоже. Рейнс говорил о каком-то И-3Н. Не слышала? Никак нет. В четырехзвездочных рукавах Рейни всегда есть партнер. Он полетит на церемонию вместе с нами. Не называй его так. В лицо не буду. Расступись. Проходите, лейтенанты. У службы свои плюсы. Нас ждет самолет. Дешевая показуха на потеху толпе. Это работа с общественностью. Это пропаганда, Сол. Мы потеряли четверых и устраиваем праздник. У нас связаны руки. Отдохни-ка сегодня, Рейс. Это приказ. Ты не можешь мне приказывать, мы равны по званию. Очень странно. Еще что? Кажется, это И-3Н. Так точно, сэр. Старшина первого класса, И-3Н. Улучшенный тактический гуманоид, модель 3. Потрясающе. Так и есть. Зовите меня Итан. Твои задачи. Я приписан к возмездию, командир капитан Олдер. Боевая программа есть? Лучшая. Увидите. Похоже, ты действительно крутой вояка. Ну что вы, не смущайте меня, сэр. Отойди, Итан. Я еще не настолько старый. Приветствую, адмирал. Что ж, теперь все познакомились? Можно и стартовать. Вы хорошо скрывали проект Итан, адмирал. Олдер знал. Первая модель боец. Впечатляющая. Представим его на сегодняшней церемонии. Вы же знаете, что я робею на сцене? У тебя есть чувства? Да, лейтенант, вполне. У меня мозг человека, фермера. С ума сойти, серьезно? Ни в какой мере, мэр. Попалась, Солдер. Вот и нет. Уатис сегодня сверхурочные, да, адмирал? Полно бортов, но система всегда начеку. Итан, ты знаком с системой авиаперехвата? Железный щит Земли, основная огневая мощь. Воздаяние — это Ворон-6, разрешите посадку. Принято. Шестой, посадку разрешаю. Адмирал, сэр. В чем дело, Итан? Орудие Азис. Кажется, они наводятся на наш флот. Тревога! Пилот ранен! Я к штурвалу! Вверх, вверх! Бесполезно! Не слушается! Эсминцы СДМ! Внимание всем! Стрельба по снятию! С вероятностью террористической атаки! Повторяю, у нас стрельба! Это не учение! Все вы способны единицы! Немедленно к бою! Мы падаем! Держись! Я в порядке! Не стреляем в гражданки! Вон, возьми! Вставай, надо идти! Сэр, они расстреливают невинных людей!
истребители «Атис» и расстреливают наш флот. Надо подняться на башню и вернуть контроль над орудием. Поднимаемся на второй! Чисто! Все чисто! Всем Скар! Это 1-1! Как слышно? Системы связи повреждены! Высадка войск! Надо вернуть контроль над Атис! Остальное сейчас не важно! Нет, бесполезно! Боевые частоты заглушены! Вот! Я нашла осколочные! Отлично! Нет! Береги! Должна быть уже близко. Зачем они стреляют в гражданских? Не знаю, Итан. Пушки «Атис» все еще стреляют по нашему флоту. Чтобы спасти город, нам надо проникнуть в башню «Атис». Стойкий подбит! Осторожно! Через стену. Сюда, лейтенант. Это Мова!
Держимся! Держимся рядом! Продолжаем идти, башня! Итан! Вперед! Веди нас! Есть, да. Не стрелять! Слышишь? Что-то приближается! Чем они на нас напали, сэр? СДФ рвется к власти уже много лет, Итан. Они знали, что здесь собрался весь наш флот. Рейс, займись дверью, я прикрою. Подключился!
Отличная работа, Лев. Ценная штука. Оставьте ее себе, сэр. Внимание всем! Группа золота под обстрелом! Продвижение невозможно! Нужен огонь на подавление! Затмение! Это номер первый! Как слышно? Отлично, адмирал! Какие указания? Отработайте главными по башне! Надо прикрыть наземных! Есть, сэр! Начинаю работу! Сада! Свои! Свои! Союзники! Не стрелять! Лейтенант, поднять шакалов для поддержки с воздуха. Принято, сэр. Врача! Врача! Возмездие, это 1-1. 1-1, возмездие на связи. Крок, Скар 3 на вылет. Работа по земле. Принят, лейтенант. Расчетная минута. Номер первый золоту. Авиация на подходе. Как только они ударят, берем высоту. Отмене! К бою! Огонь! Цель отмечена! Принято! Цель подтверждаю! Начинаю работу! Огонь! Огонь! Хорошо отработал, ты один! Я понял! Выходим из боя! Один. Цель отмечена. Принято. Захожу на цель. Пушки, пушки, пушки. Хорошо отработал, приятель. Вызываю огонь! Цель отмечена! Огонь! Огонь! Под нажмем! Башня на вершине холма! Золото 2-4! Идите на левый фланг! 2-6! Займитесь правым! Группа золота! Статус! 2-4 на месте! Слева! Это 2-6 на месте! Ладно! Начали! Один. Цель отмечена. Принято. Захожу на цель. Пушки, пушки, пушки! Яблочки снизу!
Вызываю огонь! Цель отмечена! Принято! Цель подтверждаю! Начинаю работу! Огонь! Огонь! Яблочко приоритет! Чисто! Понял! Все чисто! Выходим из боя! Цель. Там засел отряд СДР! Понял! Занимайте оборону! Скар пойдет внутрь! Итан, подключись к камерам Атис! Что там творится? Есть, сэр! Начинаю передачу изображения! Осталось 10 кораблей. Флота ЮНСА больше нет. Начинаю ликвидацию системы Атис. Марш с вечем. Идем, быстрее! Веди нас, лейтенант. Итан, вперед! Итан, подключись к камерам Атис. Что там творится? Есть, сэр. Начинаю передачу изображения. Осталось 10 кораблей. Флота ЮНСА больше нет. Начинаю ликвидацию системы Атис. Марш с вечем. Идем, быстрее! Веди нас, лейтенант. Идем, Рейс! Итан, вперед! Джекпот! Внимание всем, повторяю, джекпот! Смени робота, отведи пленников в камеру. Старшина, запускай Атис, корабли противника все еще здесь. Так точно, адмирал? Силы САТО засели снаружи и развертывают БП. Понял. Пойдем посмотрим на этого ублюдка. Осмотреть его надо. Обойдусь. И документы есть. Это он. Майкл Аарон Пейдж, инженер-механик, стаж 2 года. Спящий агент СДФ. Имя не мое. Это кличка идиота-землянина. А твое имя? Командор Акил Минрая. Фронт обороны колоний. Операция на Европе. Ты начал войну. И я ее закончу. Адмирал, данные о целях для Атис почти готовы. Быстро ты, Итан, молодец. Вы оттягиваете неизбежно. Увести. Марс, вечер. Стоять, десант. Дай мне 5 минут наедине с этой тварью. Солт. Столько невинных жертв, Рейс. Отомстим за них в бою. Ладно. Готово, сэр. Пошли. Внимание всем! Это СКАР-1-1. Атис снова под контролем ЮНСА. Повторяю, Атис под нашим контролем. СДФ отступает. Рейдер главному. Нам с лейтенантом Солтер нужны птички. Есть, сэр. 3-2, сопроводит их к вашей позиции. Подтверждаю. Итан, это за нами. Итан, ты с лейтенантом Рейсом. Есть, сэр. Чума, освободи. Принято. Смотри, что они наделали, Рейс. Остается отомстить. Внимание всем! Возмездие преследует противника, но нас слишком мало. Мы покидаем атмосферу немедленно. 1-2 принято, и мало не покажется. Возмездие – это затмение. Десант, по местам. Идем на взлет. Горизонтальная тяга 90. Полный вперед. Полетели. 1-1. Хорошая тяга. 1-1. Хорошая тяга. Идем на номинал.
Ты это видишь, Рейс? Да, вижу. У нас гости! Давай туда! Принято! Атаковать следующий эсминец! Ракета противника. Ракетная атака! Ловушка! Уничтожь штрихи! Блокируй его! Сектор 4.
Возвращаемся на базу. Летим к возмездию. Веди. Принято. Возмездие, Скар-1, разрешите посадку. Принято. Посадку разрешаю. Полоса 2 Лима. Принято, 2 Лима. Начинаю заход. Выполняю захват. Ждите. Отлично. Дальше мы сами. Чарли, Дельта, принято. Возмездие! Это 1-1! Крок, что у вас случилось? Столкновение! Много раненых! Носилки сюда! Лейтенант Рейс, вы нужны здесь срочно! Мостик, отбой! Слышал, Солт? Да.